Здравствуйте, ребята! Дистанционный урок по физической культуре, 6 класс. Тема урока – развитие критического мышления через приключенческие игры. Цели урока – определять и использовать ряд навыков совместной эффективной работы по созданию благоприятной учебной среды. Игра с раннего детства является основным фундаментом познания, становления первых движений моторики речи. Они способствуют решению таких образовательных задач, как совершенствование и закрепление умений, приобретенных на занятиях легкой атлетикой, гимнастикой, спортивными играми, навыков в прыжках, беге и метаниях. Изучать двигательные умения и навыки не только в практической, но и теоретической форме. На каждом уроке ученик должен твердо знать, для чего выполняет то или иное упражнение, чему конкретно должен научиться на данном занятии. Играя, школьники приобретают элементарные навыки владения мячом, которые необходимы для изучения таких спортивных игр, как ручной мяч, баскетбол, волейбол и футбол. Здравствуйте, уважаемые ученики! С вами Кайтанов Серикжан, учитель 11 школы города Рудного. Приготовьтесь к общеразвивающим упражнениям. Первое упражнение в нашем комплексе – руки на поясе, стойка средняя. Выполняем наклоны головы вперед, назад, влево, вправо. Исходное положение принять. Упражнение начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончить. Следующее упражнение. Левая рука вверху, ладонь сжата в кулак, правая внизу. Делаем отведение рук. На счет раз, два, отводим руки. Три, четыре, смена руки. Левая рука вверху, приготовились. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, и раз, два, три, закончить. Следующее упражнение. Руки к плечам, на счет 1-4 вращаем руки вперед, на счет 5-8 назад, приготовились, исходное положение принять, упражнение начинай, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончим. Следующее упражнение. Руки согнуты в локтях перед грудью. На счет раз, два отводим руки. На счет три, четыре руки широко. Приготовились. Исходное положение принять. И раз, два, три, четыре, 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 и раз, два, три, закончить. Следующее упражнение. Встаем в среднюю стойку. На счет раз делаем наклон к левой ноге. Два в центр, три к правой, четыре исходное положение. Приготовились к левой ноге. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончить. Следующее упражнение. Основа средняя стойка. На счет раз, два, наклоны в левую сторону, три, четыре, вправо. Приготовились. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, закончить. Следующее упражнение. На счет выпад. На счет раз делаем выпад левой ногой. Два исходное положение. Три выпад правой ногой. Четыре исходное положение. Приготовились.
И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончить. Следующее упражнение. Садимся на левую ногу, выполняем перекаты. На счет раз, перекат в одну сторону, два в обратную, три-четыре аналогично. На левую ногу садимся. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончить. Следующее упражнение. Приседания. Выполняем 15 приседаний вместе со мной. Руки на поясе. Руки на поясе. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Следующее упражнение. Выполняем прыжки 10 на левой ноге, 10 на правой и 10 на двух ногах. Приготовились. Прыжки на левой ноге. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Баскетбол – одна из самых популярных игр среди школьников. Как и любая командная игра, она объединяет ребят, делает их более дружными и помогает научиться чувствовать команду и себя в ней. Баскетбол играет две команды из пяти игроков на поле. Остальные находятся в запасе не более семи человек от команды, а меняться можно в любое время. Главная цель игры – забросить баскетбольный мяч в корзину команды соперника и помешать это сделать другой команде. Сейчас мы кратко рассмотрим правила игры в баскетбол. Обычно весь матч состоит из 4 частей по 10 минут. Поскольку урок физкультуры всего лишь 40 минут, обычно дается меньше времени для игры. Перерыв между каждой частью 2 минуты, а после второй части 15 минут. И в это время команды обязаны поменяться корзинами. Важная техника передвижения с мячом по полю. Обязательно нужно бежать с мячом, ударяя им в пол, а специально бить по нему ногой или кулаком – это нарушение. Но это еще не все. Засчитываются не количество бросков в корзину, а баллы, которые зависят от того, с какого участка баскетбольного поля заброшен мяч. Так, за мяч, закинутый в корзину с ближней и средней площадки 2 очка, далее трехочковой линии, дается 3 очка, обычно это расстояние 7 метров, штрафной 1 очко. Правила игры гласят, что команда-победитель та, что с истечением времени игры набрала наибольшее количество очков. Если в конце игры у команд набралось одинаковое количество баллов, даются дополнительные 5 минут, овертайм. Если за эти 5 минут ситуация не изменилась, проводится следующее дополнительное время. И так, пока победитель матча не выявится. Уважаемые ученики, на этом дистанционный урок по физической культуре окончен. Спасибо за внимание.